вызывает как раз вот эта туча. На самом деле это очень ужасно. Рядом серный источник, это просто невыносимо. Настолько щиплет глаза и тяжело дышать. Просто не представляет. Ужасно. Ужасно его. Нужно уходить отсюда. Не могу больше пить. Потрясающе. И в то же время очень ужасно. Стой, 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 иди сюда. Сейчас оно продует. Вот так мне и приходится. Так нам и приходится здесь выходить из ситуации, останавливаться, ждать. Иначе вот такие клубы дыма ужасные, которые сейчас и сзади валят. Вы видите, это не шутка. Это просто ужас. И красиво, и страшно. Ужас. Это просто ужас. Я сейчас на краю света. И это захватывает. Потрясающий вид. Страшно. Очень пахнет. Ужасно. Глаза щиплет. Но это
захватывает. Это адреналин. Это то чувство, которое я не могу передать. Здесь нужно побывать. Ничего не видно. Ничего не видно. О, затянуло. Нет. Вот такие сложности нам приходится преодолевать. О. Ужасная концентрация. О, серной соляной кислоты в воздухе. Нос горит. Горло горит. Очень высокий подъем. Крутой, как видите. И опасный. Ужасно тяжело. Сюда, сюда. Hello guys. Good morning guys. How do you want? Ты не хочешь купить? Помаши ручкой, да. Ручкой помаши нам, зрителя. Это ужасно тяжелый подъем. Ух, тяжело дышать. We'll be right back.
А сейчас соленый поменялось мировоззрение полностью. То, что было раньше, весь привычный мир, он просто перевернулся с ног на голову. Да? Угу. Как твои ощущения? Очень красиво, но очень страшно, опасно и тяжело. За этим газом просто нереально дышать. В такие моменты думаешь только о том, как бы выжить. Да. Дорога на вулкан отнимает много сил, но это не повод пропускать тренировки.